Здравствуйте. Сегодня я хочу для внука приготовить картошку фри в виде драников. Поэтому вам предлагаю такой рецепт, может кому и понравится. Получится такая картошка очень хрустящая, настолько вкусная, что во время обеда невозможно просто оторваться от этой картошечки. Я делаю эту и картошку, и для салатов. Для этого нужно 500 грамм картошки, 2 луковицы, смесь перцев, паприка, соль и грибы. У меня в этом случае лисички. Я их буду пожаривать вместе с луком. Тереть я буду картошку вот на такой вот корейской терочке. Можно и вот на такой. Нет, ничего страшного. Давайте готовить. Пока наши грибы размораживаются, мы порежем наш лук мелко. Порежем лучок. Когда грибы пожарим до такого состояния, будем высыпать лук. Лука насыпаем много. Потом туда грибы намного вкуснее. И поджариваем. Как картофель у нас очень крахмальный, мы заливаем его водой. Даем постоять несколько минут, чтобы немножко крахмал ушел. Берем бумажное полотенце. У меня такая вот формочка для пиццы есть. Берем бумажное полотенце и выкладываем эту картошечку, чтобы она немножко отсохла. Вот так. Картошка наша готова, впитала. Мы ее высыпаем. Берем соль. Соль по вкусу. Кто как любит. Смесь перцев. Берем такую смесь паприк. Я еще добавлю замороженный укроп. Так. Добавим зеленый лучок. И все тщательно перемешаем. Тщательно перемешавши, начинаем жарить. Хорошо разогретую сковородку мы насыпаем немножечко соли, чтобы наше масло не трещало. Буквально на дно. И наливаем мы масло хорошо, чтобы наша картошка жарилась. Хорошо, мы немножко огонек ниже делаем и вкладываем нашу картошку. Проверяем, как они нас поджарят. Они у нас поджарились. Берем бумажное полотенце и осторожно их можно и так. Вот на бумажное полотенце, чтобы стекло. Этот весь жир лишний. Он нам не нужен. Вот так вот. Полотенчика. Новую порцию. Наши драники. Готовы наши драники, положили по кругу, грибочки в серединке. Мы их сейчас вот так вот лучком зеленым для красоты. Вот. Ну и, конечно же, петрушечку. Вот так выглядят наши драники с грибами. Можно и кушать с огурчиками. Всем приятного аппетита. Пока-пока.